смотрите, какой красавец пришел к нам. Я настолько привыкла снимать Джили Манджаро, что, увидев эту машину, я на секунду замерла. Не то чтобы я прямо BMW-драйвер и помешана на бэхах, ни в коем случае. Просто непривычно, очень красиво, фантастически удачный цвет, это дорогой цвет. И вообще в последней будке, в последнем кузове X5 просто красив. Он стал еще более брутальным. Давайте, вопреки привычным нашим мини-обзорчикам, обойдем вокруг. Машина сама по себе, вот, смотрите, о себе заявляет, что это, ну, порода BMW с очень узнаваемым ее стилем и дизайном. Так, это у нас что такое? Это, видимо, подготовка от Фаркоп. Ага. Да, здесь все уже есть, то есть его можно ставить. Электробагажник. Посмотрим. Вот. Все это с электрическими откидными бортиками, крышкой багажника. Хочется самой ее пока исследовать. Давайте делать это вместе с вами. Под запасочку. Так, здравствуйте. А теперь что я должна сделать? А, просто чуть-чуть силой. Видите, здесь с пневмоупором крышка. То есть мы можем ее вот так оставить. Дальше с силой закрываем, кладем. Поехали обратно. Ну-ка. Оп. Также эта же машина на пневмоподвеске. То есть вы можете, если вам нужно что-то погрузить, ее немножко приопустить. Вот здесь для этого есть кнопочка. Ну что, пойдемте заглянем в салон. А давай с той стороны, Лёш. Конечно же, здесь есть бесключевой доступ и старт-стоп. Конечно же, полный электропакет и память сидений. И очень удобные BMW-шные кресла. Вот они, видите, у них ярко выраженная боковая поддержка. У них есть вот это вот, да, не электрическая, рукой вы вытягиваете, но подушечка под колени, под пор. То есть вы при любой конфигурации вашего тела найдете здесь удобную посадку. Посмотрите на лицо Евгения. Ну давай заплачь еще уже. Заплачь еще, заплачь. Это богодрочер. Ну, ему нравится, в принципе, европейская техника. Старт-стоп находится вот здесь. Интересно, смотрите, сделанные дефлекторы. Вот такие писюлечки, вписанные в пластик. Естественно, экраны здесь великолепные, но этим вы нас уже не удивите, дорогие BMW, дорогие европейцы, потому что такая камера и такие экраны, да еще и получше, сейчас есть у каждого второго китайца. Так, вот она кнопочка паркинга, вот у нас управление экраном, то есть всеми функциями мультимедиа. Здесь из приятных теплых опций есть, видите, обогрев сидений, обогрев руля. Я знаю, что это важно для многих, тем более под зиму. Здесь здоровенная панорама, красивая. Вот она, проекция, конечно же. Дальше, что еще? Адаптивный круиз, ну, естественно, датчик света, дождя. Мне кажется, X5 уже просто не бывает без этого. Автопарковщик вот сейчас у меня активирован. Собирается активироваться. Короче, это один из редких автомобилей, которые сейчас случайно к нам попадают. Это не мы привезли, поставили дорогие наши партнеры. Но посмотрим, вот будет интересно. Мне кажется, что BMW лаверы с деньгами, они просто ищут именно вот такие вот машины, на которые в потоке просто невозможно не посмотреть.